Алексей Федорович Наумов, офицер-танкист, участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза. Алексей Федорович Наумов родился 1 марта 1923 года в городе Ярославле. В годы Великой Отечественной войны окончил Челябинское танковое училище и направлен на Донской фронт командиром тяжелого танка КВ-344 танкового батальона 91-й отдельной танковой бригады. Участвовал в 6 танковых атаках, уничтожил 4 вражеских танка, 15 пулеметных точек, артиллерийскую батарею, 4 миномета, 7 дзотов, 5 автомобилей и более 120 немецких солдат и офицеров. 21 января 1943 года на завершающем этапе Сталинградской битвы танк был подбит на вражеской территории. На предложение сдаться танкисты ответили: «Мы русские и фашистам в плен не сдаемся». Немцы облили танк бензином и подожгли. Весь экипаж героически погиб. Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение заданий, командирование и проявленное мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками лейтенанту Наумову Алексею Федоровичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Навечно зачислен в списки танкового полка. На месте гибели экипажа сооружен монументальный памятник. В Ярославле в честь Алексея Наумова названа улица. А на фасаде Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны установлен барельеф –